вечер, дорогие телезрители. Вот я после вынужденного отдыха приехал в Москву и попал сразу на такое мероприятие. Ну, мне, наверное, проще спросить, и расскажут люди, участники этого мероприятия. Так, начнем, наверное, с директора школы. У нас проходит объединенный концерт «Год Измайлова», где каждая школа, входящая в этот коллектив, принимает участие. От нашей школы уже не первый год по традиции принимает участие хор старший Алый Паруса, руководитель Пушкарева Алла Владимировна. Также у нас солисты от школы принимают участие. То есть самые лучшие коллективы сегодня представлены. Алла Владимировна, хотела сказать, мы очень ее любим. Пару слов о хоре, выступлении. Ну, наш хор состоит в основном из девочек, но у нас есть замечательные, прекрасные мальчики, которых мы любим, колем и лелеем. Вот, и в основном девчонки, конечно, стараются. Мы поем разнообразную программу. Вот сегодня мы выбрали подходящее настроение два произведения, как нам показалось. Одно очень известное. Я знаю, что публика всегда очень любит, когда слышит то, что люди сами знают. Это «Русское поле» Ян Френкель, композитор. Вот второе произведение, питерский композитор Яков Дубравин, «Телеграмма», веселая такая, очень немножко джазовая даже, сказал бы, произведение. И третье произведение Родиона Щедрина. В этом году школа отмечала... Ну, вообще вся страна отмечала, да. И весь мир, я думаю, отмечал 85-летие со дня рождения Родиона Константиновича. Но поскольку наша школа носит его имя, поэтому, конечно, мы не могли не исполнить такое произведение, не выучить. Ребята с удовольствием его освоили, хотя оно непростое. И к нам подключился еще у нас есть коллектив, вот наши взрослые женщины, это наши мамы. Наши выпускники и наши педагоги, которые вот в свое свободное от работы время приходят и репетируют вместе с нами в школе, и потом мы выступаем. Да и Любовь Алексеевна тоже поет в этом году. Я команда международных, всероссийских и городских конкурсов. Художественный руководитель и дирижер Алла Владимировна Пушкарева. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Мария Александровна Оселкова. Френкель, слова Бов. «Русское поле».